И с этой стороны сняли двери тоже. Офигеть. В поселке Кольцово, в утреннем переулке, но наверняка под покровом ночи, автоворы раздели догола иностранку русского происхождения, белую иномарку породы Hyundai Solaris, которую владелец еще до последнего снегопада оставил на парковке под окнами ДК авиаторов. Автопотрошители аккуратно, без надломов, сняли все четыре дверцы легковушки и капот прихватили. Возможно, воры выкрали небитое автомобильное железо под заказ жестянщиков из какого-нибудь подпольного автосервиса. Абсолютно точно. Дверцы стырили не для того, чтобы по дешевке сдать их в металлолом. Теоретически, конечно, не исключен такой вариант, хотя воры-металлисты действуют куда грубее и без нужного при подобных ночных разборках инструмента. Хозяину раздетого авто, конечно, глубоко по барабану, зачем с его легковушки сперли дверцы и капот. По информации портала Е1, труженики очага культуры авиационного базирования сообщили о том, что за сохранность машин на парковке возле ДК они не отвечают. О краже со взломом ничего не слышали. Да и владелец полуголого автомобиля к ним за помощью не обращался. Судя по всему, в Екатеринбурге и в его ближайших окрестностях орудует шайка похитителей автозапчастей. Возможно, даже не одна.